Всем привет! Вы на канале Ли Айсель Фэмили! Так, мы пришли в место, которое называется Енисавель. По дороге во вторую. Будем завтракать. Самир, наверное, тоже так ходит. А? Самир. Так, мы выехали из ресторана. Позавтракали. Вкусненько. И едем вот к морю. Вот это море. Не знаю, будем видеть или нет вдоль моря. Кстати, вдоль моря проходит железная дорога, по которой поезд едет здесь. И мы из Ленкорани направляемся в город Астара. Планируем погулять по бульвару новому, относительно новому, который в Астаре. Кстати, Астара, город делится на две части. Половина на стороне Ирана, половина на нашей стороне. Ну, мы погуляем по нашей стороне. Мы выехали на дорогу, которая идет рядом с морем. И вот та самая железная дорога, по которой можно приехать. Из Баку ходят сюда поезда, да. Карань приехал. Мы в парке на берегу Каспийского моря в городе Астара. Лину парк, по-моему, называется. Смотрите, как Анарчик будет копать на экскаваторе. Ну как она? Марин меня не бросит. Захватил. Налево. А какой налево? Тут я. Нет. Вывали. Направо. Что там? О, на самом деле колодец непростой. Гуляш. Еще бы было здесь ведерко. Набрали бы. Анар, иди сюда, Так, посмотрим на море и спустимся дальше. Парк идет большой, идет вот в ту сторону. Надо туда пойти, там даже лесенки есть. Мам, там даже лесенки. Где? Награды и лесенки. Это как? Для тех, кто перелезть хочет? Ну, там кто-то рисовал на песке сердечки. Море серое, мартовское. Ну, хорошо, хоть дождь не идет, да? А зачем нам одеваться, мам? Все? Давай. Держишься? Да. Я сейчас тебя раскачу. Крепко держись. Я сам раскачиваюсь. Я же умею. На корове раскачиваешься. Вот что я здесь нашел. Волга кабриолет, москвич кабриолет, еще там какой-то москвич кабриолет. Это вообще машина Спанч Боба. Там еще есть УАЗ, буханка кабриолет. И все это, как я понял, никому не нужно, выбросим
выбросили здесь. Здесь какое-то маленькое озеро. О, здесь есть динозавр. С динамиками, наверное, он издает какие-то звуки. Но сейчас молчит. Чашечки есть. Погода тихая, раздолье. О, здесь, наверное, что-то типа фонтана. А там картинг. Как тебе она? Понравилась? Вырастешь, пойдешь, Паша? Я хочу туда. Мам, давай.